Ну, пришлось. Не точно сыграл. Наушник еще выскочил. Сыграл не точно, но... Кстати, он мог пешку выиграть. Чего он ее не выиграл? Ну нет, наверное, когда одна пешка, но если бы мы поменяли, вот у нас была возможность поставить ладья на размен. Если бы он взял, мы взяли, и пешки бы дошли, интересно, одинаковые Посмотрим. или Даю нет. G3 Так, пойти. сюда. Ну хорошо, так. Не ходят G3. На этот ход он может сюда пойти, да? Ну пока Так, тогда, сейчас может быть, с можно Линдой G3? подумаем, что делать. Е3, наверное. Что, он Так, ну это так знает, интересно, что уже ли, как пешка у так него играть? висит. Странно. Так, может... Ой, я зеваю Я не пешку понял, что за тупо. прикол. А если я просто взял? Это было Еще тупо звонит кто-то. довольно. Твою идти, а? Ну ладно. Почему он Бухало отдает мне играет пешку? странные схемы, но... Ну здесь-то проиграно, ну тут у белых просто лишняя пешка. Зевает? Бухало играет странные Я не схемы. понимаю. И что, он хочет в эндшпиль идти с такой структурой? Кстати, может быть, тут у меня будет и нормальный эндшпиль. Вот, смотри в камеру, приветствуй зрителей. И не надо заниматься тут Может это. быть. Я просто вернусь. Но это не Сюда и можно точно. в 2-0 Как даже. бы В 2-0 я, напасть на вот честно эти говоря, не пешки хочу. слабенькие? Голландка Они с же двумя слабые, по нулями. идее, нет? Это не Должны быть то. слабые. Так, а если я пойду так, уже жертвы-то нет никакой. А, превью, кстати, классно. Это с Так, так, прошлого так, матча так. превью. С Так. прошлого матча превью. Я хотел сделать новое, но, честно говоря, не было времени Так. и было лень. И я оставил это превью. Оно такое, я тогда его на тяп-ляп сделал. Наши фотки с Артемом поставил. То, что было. Немножко тут где-то Ну, в общем, связка как-то так. Все-таки, наверное, обозначилась. надо в 3-0 Как вам уходить. Хотя у меня такой тут атака, блин. ресурс? Брать коня Если я нельзя. сюда возьму, он ладью возьмет. Висит Или ладья. что? Ой, на c2 висит. Доигрался уже, И на блин. f3 висит. Зевает пешку. В ответ зевает пешку. Но мы оба такие напряженные. Привет, Нортер. Так, Да я у нас сюда, он берет любительский какой-то ладью. матч, несерьезный. А если я просто так? Он Ну, взял, я какие-то взял. такие ходы, я не знаю. Он взял сюда. У меня вот эта пешка висит. Пешка висит, двойной Наверное, удар. надо так играть, как я показал. И у меня здесь Структурку. ладья Ну, вот черный, ну, подвисает. белый, у белых, ну, сдвоенные пешки слабые. И сейчас я напал на две слабости. Что, я без качества остаюсь? Тут тоже будут слабые пешки, если коня вырубить. Я напал на эту, на эти темы. Что тут не очень просто белым. Просто Так, я можно вернуть сюда, он пешку, взял. сделать, например, 2 нуля. Ну ладно, без качества. Качество жертвует. Нет, Качество c3, а жертвует. c3 сюда было бы. 3-0, он бы взял коня, я бы взял Ну, сюда, и слон принимаем. бьет двойной удар. Отдаю качество, ладно. Ну, пока можно и не отходить, можно отойти. Ой! Хочу 3-0. 3-0. 3-0 сделал. Тоже 3-0. И чё, и где компенсация за качество? По времени у нас лучше. Так, если я сюда, он Фигура у сюда, нас да? выведена больше. Хочется как-то шах У него дать. А еще если я слон сюда пока тут не пойду? вышел. Не, я сюда, он, наверное, точно на ладью нападет. Сколько пешек? 5, 8. Ага, пешка за качество. Ну, такое. Ладно, попробуем так. Минимально. Да, вот я хотел, чтобы слон тут стоял. Такой тупенький слон был. А мой встанет вот здесь. Красиво тогда, или здесь? Попробуем так. Слон вообще По-моему, не слон играет стоит здесь. красиво. Что делать, Ладья непонятно. Но попробуем сдвоить идея коня неплохая централизовать тоже. хотя бы. Без качества плохо. Так, он сдвоиться хочет. А если так, потом еще как-то А так, он коня да? сюда поставит? Блин, блин, И пешка подожди, это будет не висеть, то. да? А нет, коня мы сгоним. Коня прогоним. Так, сюда. Что у нас есть-то?
Пока не знаю. Это Коля рискнул. Блин, время. Так, ну ладьи мы, конечно же, поменяем пару ладей. Выйдем. Роман, приветствую. Линию захватим. Пешку держим. Как-то из последних сил. Пешки. Поставим помощнее. Попробуем куда-то перебросить слона. Так, ну понял, коня. Что слон там не нужен. Коня. Так. Кстати, коня можно. На этот ход мы сюда конем пойдем, да? Ну все, конь пошел в центр. Если так, можно пойти так? Главное, короля сюда не поставить под связку. Мне надо прорваться сюда ладьей. Есть еще какой-то такой сделать. Запрос, если слона сможем отвлечь. Может быть, вперед? Сюда, надо побыстрее сюда. Играть. И как? Мне надо линии открыть какие-то. Надо Чигорина в следующей партии белыми сыграть, я думаю, пройдет. Какие-то линии открыть? Возможно. Возможно, против Артема действительно надо играть что-то. Кстати, а если сделать шах, он закроется, пойти сюда конем нельзя? Так, ну, правда, до слона. Давайте пока шах. Пока шах. И... Ну, мне что кажется, мы можем? Тут у меня очень мощно. Коню ходить нельзя, сюда я пешку как-то съем. Пойти? Не знаю. Давайте пешкой возьму, чтобы линию закрыть, чтобы король мог так. Побежать в центр. Сюда. Сюда. Так. Так. Давим. Слона пока убрал. Давим на все это. У него будет c5 подрыв. Королем пока бежать нельзя. Некуда бежать королем. Королем бежать некуда. Только сюда. Так, хочу так пойти, но... Только вот сюда, ладью висеть. Бы не пустить. А как не пустить, тоже непонятно. Так. Давайте пока так, на этот вот ход тут вперед. Надо помучить явно соперника. И здесь начнем толкать пешки и короля подтянем. У нас будет пешечная цепь мощная. Не сюда. Даем ему прорваться нигде здесь. Вперед. Пошел. Ой, сюда. Пешкой надо было вперед. Куда ты королем-то пошел? Связал где-то. Дурень. Дурень. Сюда. С4 надо было ходить и сюда потом король съел. С3. Взял. Взял, взял, сюда, 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 сюда. Вроде держит. Я зевнул пешку. Зевнул пешку важную. Так, это подвязывает. Очень зря. Защитили. Очень зря. Взял, взял. Так. На взятие беру слоном. Артем по времени догнал. Так, так, теперь так, вот так, эту пешку так, надо так, как-то, так. Да. Сюда. Чтоб пешку толкнуть, надо было сразу пойти c4. Шаха пока нет, но можно напасть и потом... Так. Готов вот ли Артем скинуть назад качество? Не дает. Я не уверен. Он идет в одноцвет. У меня теперь пешки поперли. Здесь 6. Артем в цейтноте! Давай, 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 давай! Шах! Вперед! Сюда. Зачем? Сюда. Так. Блин, время. Так. Так. Взял. Пешку съест. Блин. Отошел. Ну, это, наверное, отошел. Не знаю. Отошел. Нельзя. Так, сюда попробую. Что дальше делать? Не знаю пока. Так, сюда. Сюда. Вперед, вперед. Взял с шахом. Ну, блин. Так, сюда. Это хрень какая-то. Ладья висит у Артема. Спасает пока ее как-то. Угу. Так, может, ну равная шах. Позиция, наверное. Все, я стою сюда королем. Сюда шах. Он сюда может, да, только? Все. Хорошо встал королем. Пешки заблокировал по белым полям. Ничью предложил. Согласен.
Ладно. Согласен! Ладно, тоже ошибся. Да, в Ошибся, двух там партиях было где-то что-то выиграно, я не наверное. разогрелся и не то сделал.